Всем здорово, дорогие подписчики, и сегодня мы будем делать обзор на Bigfoot и Hot Wheels Monster Jam. Вы на канале Санчес и Вован. Вот, начинаем обзор, значит, это мои все, по-моему, да, вроде все Bigfoot и Hot Wheels Monster Jam. Сейчас я вам их покажу. Начнем с самого крутейшего Bigfoot. Это у нас Bigfoot Ford, по-моему, F-150 старый. Очень крутой Bigfoot, это уже из свежей серии 2019 года. Вот, у него отличаются диски от других Bigfoot'ов, которые были раньше. Этот Bigfoot, он синего цвета. У него опять, у всех Bigfoot'ов рабочая подвеска. Точнее, ну вот такая вот типа повороточка. Это декали просто Bigfoot. Это вот реальный Bigfoot, такой в жизни существует. В принципе, все Bigfoot'ы, которые есть у меня, они все существуют в жизни, они все сделаны из настоящих машин. И вот такой вот, это чисто настоящая машина, то есть это не выдуманный, это чисто Ford. И мне он очень нравится, вот такой вот крутой Bigfoot. Bigfoot номер 2. Это тоже из свежей серии 2019 года, тоже один из самых крутых. Это у нас Bigfoot Dodge Charger. Dodge Charger, который участвовал в фильме это Форсаж в первой части черного цвета. Он только был, сейчас я вам, если он у меня рядом. А, да, он у меня рядом. Я его покажу. Вот он. Он участвовал в первой части. Такая вот крутая моделька. А это у нас такой же Dodge, только оранжевого цвета и Bigfoot. Опять же, у них отличаются диски, чем от старой серии. Во-первых, колеса стали больше. Вот, на колесах появились надписи, и диски стали тоже больше. Так. Сейчас, вот. Диски стали тоже больше и красивее. Вот такой вот Bigfoot. Значит, это у нас, я уже сказал, Dodge, номер 68 на нем. Оранжевая машина, прикольная тачка. Тут написано Monster Trucks. В общем, очень прикольно. И, кстати, зад тоже очень проработанный, хорошо. Следующий Bigfoot, это у нас Ford F-150 тоже, только уже современный. Blue Thunder называется. Видите, это поздняя, точнее, это серия 2016 года. Он уже, видите, у меня бывалый. У него уже погнуты оси. Вот единственный минус от Bigfoot, что очень легко гнутся оси, и машинка потом начинает плохо ездить. Но он у меня уже бывалый, у него ось погнутая, поэтому он же ровно не ездит. Вот такие вот у него диски были тогда, в то время, у тех Бигфутов. Колеса были поменьше. Проработка, как всегда, обалденная. Это у нас Ford F-150. Голубая машина. Тут вот всякие молнии нарисованы на ней. Вот такой вот крутой Hot Wheels. Там даже вон турбины есть. Крутой Бигфут. Следующий Бигфут у нас. Бигфут. Мой первый Бигфут, с которого все началось. Не знаю, что это за машина. Скорее всего, это какая-нибудь Шевролешка. Тоже он уже бывалый, но он, кстати, меньше бывалый, чем тот. У него страдают больше всего задние колеса. Опять же, тут стоят это диски ранних Бигфутов. Его я покупал в 2015 году. Это Бигфут называется Разин. Чего? Разин. Стоп. Не могу прочитать, ё-моё. Разин. Кейн. Каны, что ли? Извините, не могу прочитать, очень уже заляпанная наклейка, ему уже очень много лет, он, мне кажется, на улице проездил километров 10 точно, то есть, ну, для такой маленькой машинки 10 километров в своем ходном проекте это много. Вот такой вот белый крутой Bigfoot, а мы переходим дальше. Следующий Bigfoot у нас Bigfoot Далматин, вот такой вот Bigfoot. Это у меня есть некоторые бигфуты животных, у меня штук 6 или 5 точно. Вот мне такой прикольный язык сделал. Кстати, вот реально очень похож на далматин, тут пасть вот такая страшная. Ошейник. Кстати, вот эта штучка объемная. Ее прям вот так вот можно потрогать отдельно, этот кулончик. Или что это такое, украшение какое-то. Вот такой вот бигфут, очень прикольный. Уши, кстати, тоже прикольные. Но мы переходим дальше. Следующий бигфут. Опять животная тема. Bigfoot акула. Называется Shark Rack. Это тоже серия поздняя, 16-го года. Вот. Тут он даже еще немного грязный, обалдеть. Сколько же. Я его, кстати, мыл, а он до сих пор не отмылся. Обалдеть, сколько на нем
грязи еще осталось. Вот такая вот акула, тоже очень детально проработана. Чешуя всякая, плавники. Вот такой вот прикольный бигфутик. Следующий бигфут у нас тоже животная тема. И это у нас бигфут-тигр. Провлер. Вот такой вот бигфут-тигр. Очень прикольно у него морда. Это клыки, ноздри, глаза очень хорошо проработаны. Это тоже очень прикольно. Вот. Оранжевый каркас. Блин, как же он классно выглядит. Мне вот он очень нравится. И тут еще вот такая белая полоска. Он полосатый, но это же тигр. Уши, кстати, тоже прикольно сделали. Итак, следующая машинка. Следующий бигфут у нас тоже... У нас уже современный, тоже серия 2019 года. Это Bigfoot Локопанк. Bigfoot паровоз. Локомотив панк. Локопанк. С такой черно-золотой раскраски. С такими вот двухцветными дисками. Золотая внутренность и серебристый хромированный обод. Очень прикольно. Опять же, колеса больше, чтобы вы понимали, насколько они больше. Давайте возьмем вот Bigfoot Далматин. Вот они реально больше. Тут прям вот хорошо видно. Вот. Такой вот прикольный бигфут. Реально как паровоз, в принципе. Ну, он это и есть паровоз. Очень хорошо ездит. Он новый, поэтому он еще не бывалый. Пока еще не бывал на улице. Вот такой вот прикольный бигфут. Следующий бигфут у нас Cadillac Escalade. Старенький тоже серия. Lucas Oil. Обалдеть, у меня буква L стерлась. Осталось только Lucas Oil. Красные диски, черный каркас. Реально это напоминает Cadillac Escalade. Это очень хорошо. Вот такой вот Bigfoot. На нем какой-то рыцарь изображен со шпагой. Точнее, с мечом, да. Вот такой вот прикольный Bigfoot. Черного цвета на красных дисках. И он, кстати, тоже не сильно бывалый. Хотя он и старенький, но он вроде не пострадал так сильно. Следующая опять животная серия, и это у нас всеми любимый Скуби-Ду. Собачка Скуби-Ду. Прикольная собака, тут вот нос такой у нее, уши очень смешные. А это вроде ошейник, ремешок. Скуби-Ду написано, коричневая собака, ну в принципе как она и была в фильме. Вот. О, язык есть, кстати, я уж про него забыл, я его уже давно очень не рассматривал. Вот такой серебристый диски, кстати, он тоже не сильно бывалый, поэтому... Вот такая классная тачка. Следующий Bigfoot у нас на ретро-серию машин. Такой я его видел в интернете на соревнованиях. Вот такой вот Bigfootик Chevrolet. Сейчас скажу, я забыл. Блин, не Bel Air, я забыл. Блин, прикиньте, я забыл, как Chevrolet называется. Это. Ну, короче, это Chevrolet. Вроде Bel Air, а вроде не Bel Air. Ну, надо посмотреть, потому что у меня есть такая Hot Wheels. Вот, итак, смотрим. Значит, такая вот очень детально проработанный Bigfoot. Какой-то огненный череп, от которого идет огонь. Тут вот тоже череп, от которого идет огонь. Это реально напоминает Chevrolet. Черный каркас. Опять же, Lucas. Реклама, как вчера, прям на машинке на Hot Rod была. Monster Gam написано. Вот такой вот Bigfoot. И, кстати, он тоже, опять же, не сильно бывал, хотя это мой третий, по-моему, по счету Bigfoot, да. Следующий Bigfoot у нас, мы уже приближаемся... К концу тоже на животную тему, и это у нас дракон. Эль Таралока. Легендарный Bigfoot Hot Wheels, как их много делали версии этого Эль Таралока. Тут золотой зуб у него, такая пасть огромная, все в огне, написано на название Бигфута. Из ноздрей пламя. Тут, кстати, рога были, но я их оторвал. Но этот Бигфут бывалый, но по подвеске вроде... Ну да, она немного страдает, но все-таки нормально. Вот такой вот крутой Бигфут. Следующий Бигфут у нас на тему, ну, типа, вот как был мой первый Бигфут, который был белый, типа, шевролешка. Это уже шевролешка, не пикап. Бэтхабн называется. Черные колеса. Это подавалось в наборе, где можно было из пластилина самому делать машинки для этих Бигфутов. Я их когда-нибудь тоже покажу. Такой вот огонь, мой любимая раскраска из 2012. Ну, это я в 2012-й ее очень любил, такую раскраску, и мне она до сих пор нравится. Такая оранжевое пламя и черный зад. Классно выглядит. Линкольн Уэлдерс написано. Вот такой классный Бигфут. Следующий Бигфут у нас
Бигфут на тему паровозы. Опять же, это уже первый мой Бигфут паровоз старой серии. Вот такой вот прикольный паровоз с серебристым котлом, хромированной трубой, желтым, золотым свистком и красным кузовом. Вот такой вот прикольный Бигфут. Смотрите, кстати, опять же, насколько стали больше колеса у нового Эльтералока. Ой, какого? У нового Локомотива, нежели старого. Вот такой вот прикольный. Два паровоза у меня есть. И, кстати, у него уменьшилась труба. И свисток тоже. У этого побольше они. Вот такие вот прикольные Бигфуты. Следующий Бигфут. У нас осталось всего 4 Бигфута. Следующий Бигфут Хаммер. Мне он очень нравится. Это вообще редкий Бигфут. Потому что Хаммер очень редко найти. Вот такой вот крутой Хаммер. Я не знаю, какой это Хаммер. То ли H2, то ли H3. Вот. Крутейший Хаммер. Красного цвета. Western написано. Western Ренегады. Там такой чувак. Сейчас я приду. Такая запаска есть. Нет. А мы продолжаем. Тут у нас вот такая вот запаска есть. Хаммер очень крутой. А мы переходим к следующему Бигфуту. Следующий Бигфут называется Каролина Крашер. Желто-красный Бигфут. Покупал ее в 2018 году. Но это уже серия все-таки еще старая, но уже. Он, кстати, меньше бывалый, но, блин, на самом деле так-то подвеска у него жесткая. Побитая. Красный каркас. Такой прикольный Бигфут Каролина Крашер. Простой. И, кстати, вот серия 18-го года, там были машинки резиновые, которые можно было переезжать Бигфутом. А до этого они были пластиковые, которые не раскрываются. А до этого они были пластиковые, которые раскрываются при том, когда на них давишь. Но, к сожалению, которые раскрываются, они быстро ломаются, поэтому у меня сохранилось всего 2 машинки, а было 3. Вот такой вот Бигфут. Следующий Бигфут у нас уже предпоследний. Это Бигфут у нас Краш. Station, Crash Station, блин, Crash Station, Бигфут, рак или краб или омар, нет, не краб точно, рак или омар, он существует в реальной жизни, он полностью металлический, только каркас пластиковый и вот само дно пластиковое, вот тут, он бывалый, да, у него подвеска очень жесткая, это мой второй Бигфут, огромный клешни, кстати, уже который тоже неровно от того, что от возраста стоят, сколько он уже проехал, он весь расцарапанный. Тут вот что-то, рессоры или динамит. Вот такой вот прикольный Бигфут. Ну и напоследочек я оставил легендарный Бигфут, называется Грейвдиггер. Я думаю, мы все про него знаем. Биг, который переводится как копатель могил. Вот такой вот Бигфут. Тут у нас на нем изображено кладбище. Какой-то череп. Зелено-черная раскраска. Зеленое пламя. У него, кстати, у единственного Бигфута снимаются колеса. Сейчас. Вот. И вот там дальше вот такие вот колесики. Но единственное, к сожалению, я одно колесо потерял. Я его обязательно найду. Поэтому нет, пока Бигфут пока что трехколесный. Но он очень крутой. Это Грейвдиггер. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставим лайк, если понравилась эта серия. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вован. Вы были на канале Санчес и Вован. Всем пока.